и не стрёмно им, не стыдно. Что Америка скажет, то они поддерживают. Пусть заканчивают бомбить мусульманские государства. Франция, Германия, ну. Им не навязать свои мутки. Мы гордый народ. Чеченский, российский. Поэтому то, что они говорят, этого нет у нас. У нас есть башни, тур, горы, здоровый дух. Так что, если хочет Меркель, пусть приезжает. Мы выдадим ее замуж. Найдем мужа, если у него нет там. А другие варианты для нас не устраивают. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. Да, я не принимаю французского президента. Вроде бы на него посмотришь, здоровый мужик. Как он может говорить такие вещи, защищать тех людей, которые там... Я не понимаю, даже называть их не хочется. Нет, чеченец не возьмет его замуж. Что-то придумаем. Он защищает кого? Мужей есть нормально. Главное зависит от взаимности. Так что не ругайтесь. Ругаться нельзя. Мы должны жить дружно, мирно. Да, Адам Султанович, мы же должны жить дружно, мирно, да? Так точно, Азамбаш. Как вы сказали, так и нужно делать всем. Тогда все, у всех будет нормально. Аллаху Акбар. Ахмад Сила. Так что я вам показал на вечер красоту. Это все чисто. Экологическая чистая красота. Нам вот-вот муазин скажет, время будет азан, и мы будем молиться, инша Аллах. Всем мусульманам это будет окончание дня уразы. Всем желаем счастья, мира, удачи, терпения. Не ругайтесь, не обзывайте друг друга плохо. Делайте добрые дела. Все равно, как бы мы ни говорили, мы все люди. Так что давайте оставаться людьми. Всевышний создал нас людьми. Женщина, женщина, мужчина, мужчина, животные, животные. Так что из нас только можно сделать людьми. А кто потерял культуру, нравственность, им нас не понять. А у нас отнять культуру, нравственность, духовность. Мы за это погибали, воевали столетиями. И дальше будем воевать, отстаивать. Зачем существовать в этой жизни? Главное жить достойно. Пройти тот путь, который предназначен Всевышним. Аллаху Акбар. Всем удачи.
Thank you.